Здравствуйте, леди и джентльмены! Сегодня ваша любимая рубрика «Разбор образов моих подписчиков». Каждого из вас хвалю за смелость. Вы красавцы, вы смелые люди. Каждый из вас просто молодчинка. Каждый из вас, кто поставил под своим фото хэштег «Матч-разбор». Как вы думаете, почему «Матч»? Почему «Матч-разбор»? Ну, во-первых, «Матч» — это название моей компании, в офисе которой я сегодня нахожусь. И за сегодняшний день мы снимем очень много крутых прикладных видео, потому что у меня под рукой куча одежды. И вы посмотрите их через неделю. А во-вторых, «Матч» — это совпадение. Насколько грамотно вы совпали со своим образом? Сегодня разбираемся. Итак, участник номер один, Z-консультант. Этого джентльмена я не знаю лично, но мы с ним дружим в Инстаграме. Его зовут Андрей Покатаев. Он тоже работает стилистом, живет в городе Москве. И посмотрите, какую фотку он нам сегодня прислал. Что можно сказать про образ Андрея? Ну, во-первых, он очень креативен. С этой маской. Я видел эту маску у него еще в прошлые локдауны, и он решил на Хэллоуин порадовать своих друзей, еще раз надев ее. Это что-то среднее между чумным доктором и каким-то летчиком, который покоряет небеса. Но давайте обсудим его внешний вид. Что можно сказать? Брюки и жилет из одной ткани, скорее всего, пошитые на заказ. Зная Андрея, он исповедует английский стиль, и вы видите, насколько это тяжелая ткань и насколько широкий здесь силуэт и фасон. Я думаю, что для его фигуры, а фигура у него довольно, скажем так, универсальная, Андрей может себе позволить носить любые силуэты, и итальянские костюмы, и более широкие английские. Я думаю, что такой выбор – это чисто его настроение и то, что он сам себе решил. Галстук гармонирует с даффл-котом по цвету. Прям один в один они попадают. По стилю здесь с ботинками все очень даже лаконично и логично собрано. Мне этот образ нравится. Я небольшой фанат именно такого силуэта, когда у вас там можно просунуть две ноги в одну штанину. Но Андрею неплохо. Я не могу сказать ничего плохого и думаю, что в Москве погода похолоднее, чем в Киеве, и люди могут мерзнуть уже в октябре и носить такие плотные твидовые костюмы. Пройдемся по деталям. Коричневые ботинки отлично сочетаются с этими брюками. Мне нравится длина брюк. Ширина внизу не нравится, Андрей знает об этом, но, скажем так, все на любителя, не могу я заставлять и не могу я сделать из англофила итальянца. Но смотреть на это мне несколько непривычно. То, как сидит жилет, мне нравится, даффл не застегнут, и тут мы не можем оценить, насколько хорошая посадка, но мне кажется, Андрей знает в этом толк. Ага, вот есть еще образ с кепкой, которая тоже идеально сочетается с duffel coat и с галстуком. Голубая рубашка подобрана правильно. В общем, Андрей молодец. Что уж тут говорить. Человек профессионально занимается тем, что он делает. Поэтому Андрей молодец. Если бы я любил Англию так, как ты, поставил бы самый высший балл. Так, немножечко мое личное мнение, брюки широковаты. Я думаю, что даже эти брюки, сделай ты их немножечко уже, они бы выглядели так, что нравились девчонкам. Так они нравятся только мальчишкам. Друзья, джентльмен под ником Эрмитаж. Вот истинный итальянец. Можно даже увидеть этот итальянский жест, который показывает «Ке кацо?» Вообще, что происходит? Что вы мне хотите здесь сказать? Посмотрите на этот образ. Костюм в полоску, цепь. Обычно такая цепь использовалась для карманных часов. Но я вижу, на руке здесь есть еще одни часы. Значит, цепь декоративная, но выглядит все равно интересно. По поводу цвета галстука.
такой цвет галстука с синим костюмом, хотел бы я сказать, что не очень хорошо, но сам нахожусь сейчас в чем-то подобном, поэтому промолчим. Это можно списать на то, что я блондин, а джентльмен на фото обладает довольно насыщенной, такой яркой внешностью. Поэтому этот галстук я бы заменил на более яркий. По остальным деталям. Винтажные часы нравятся, ботинки коричневые к синему костюму тоже нравятся. Ухоженная борода замечательно, волосы уложены, все по высшему разряду. Перстень на пальце, браслет, много деталей. Видно, что этот человек любит одеваться, нравится себе и окружающим. Но бросим ложку дегтя. К такому нарядному, красивому костюму со множеством деталей джентльмен выбрал рубашку с button-down, которая является менее официальной и больше подходит к стилю casual. Это более повседневная рубашка. Здесь бы мне хотелось видеть рубашку с классическим воротником. В целом остальное прекрасно. Я посмотрел, чем занимается наш герой, а он, оказывается, снимает видео. И снимает видео о искусстве и не только. Поэтому такой забавный никнейм. И есть еще одно фото, отмеченное нашим хэштегом. Посмотрите, но чистый флорентиец. Посмотрите, какая ширина брюк. Все по моде, все укорочено, ботинки, куртка сафари, галстук. Ну, кстати, вот галстук единственное, к чему можно здесь придраться. Слишком уж он классический, а к такому, в хорошем смысле, раздолбайскому образу можно было бы его вовсе не надевать, либо взять какой-то матовый, плетеный, ну и наверняка потемнее. В целом образ крутой. Все подобрано красиво и правильно. Сумка, ботинки. Ну, в общем, мне кажется, что это даже ботинки Officine Creative. Могу ошибаться, но очень похож их стиль. Буду счастлив узнать, что об этом бренде вы узнали на нашем канале. Кстати, если вы еще не видели наши рассказы про эту замечательную обувную марку, вы можете посмотреть их вот по этим ссылкам. Следующего зрителя зовут Александр Петров из города Воронеж. Смотрим на этот образ. Здесь все как по книжке. Синий пиджак, песочные чинос, рубашка в горох, браслет на руке, часы, платок, достаточно аксессуаров и еще и дабл монки на ногах. Видно, что человек начинает интересоваться классическим стилем, делает свои первые шаги и неплохо комбинирует. Мое отношение к рубашкам в горошек, они подходят далеко не всем. Для того, чтобы вам подходила рубашка в горошек, вам нужна такая открытая, можно сказать, даже немного детская внешность. Это как раз тот случай, когда джентльмен выглядит моложе своих лет, и я думаю, что и в 40, и в 50 лет он будет выглядеть очень молодо. Поэтому такие фактуры можно использовать, и это попадание в десяточку. Что касается сочетания песочных брюк и синего костюма, это тоже классика, испытанная временем. Ставим твердую четверочку. Следующий зритель под никнеймом Шерик Инк, это значит Incorporated. Синий костюм, голубая рубашка, коричневые туфли и синий галстук. Посмотрите, как интересно сочетается горох с цветом рубашки, а сам галстук с цветом костюма. Все правильно, все как по книге, но чего-то не хватает, немножко скучновато. Смотришь и думаешь, не к чему придраться, не к чему остановить свой глаз. Я не знаю, может быть, это из-за того, что слишком гладкие фактуры и все слишком правильно, что хочется добавить сюда какой-то неправильности. Может быть, нагрудный платок, может быть, какой-то более яркий галстук. Не знаю, как в вашей среде, но я бы рекомендовал что-нибудь
более интересная. Сам костюм хорош, сидит неплохо, хорошая длина брюк. Может быть, какую-то рубашку поинтереснее. Может быть, попробуйте рубашку с белым воротником. Например, голубая рубашка, белый ворот и галстук. Это классика Wall Street. Это принято носить там. И давайте попробуем поэкспериментировать. В целом, образ хороший, но не запоминающийся. Спасибо, что вы нам его прислали. Следующий джентльмен, судя по никнейму, тоже имеет какое-то отношение к мужскому стилю. Алекс Зимин, Men's Style. Я думаю, что, друзья, он тоже работает стилистом в своем городе. Об этом мы можем судить из довольно эксцентричного образа. Со шляпой. Мало кто в наше время может носить такую шляпу и выглядеть уверенно. У Алекса получается. Что касается остальных деталей гардероба, костюм синего цвета, хорошо ему к лицу, и бордовый тоже отлично подходит. Белый платок. Все правильно, не к чему придраться. Образ достойный. Хотелось бы видеть улыбку, правда, на вашем лице. Слишком уж серьезный вы для стилиста. А вот на этой фотке просто не хватает зеленого яблока. Тогда это будет настоящий косплей на Магрита. Следующий образ от Кобрина Андрея. Очень приятно наблюдать за событиями в жизни моих подписчиков. Андрей ранее присылал нам на разбор свою фотку со свадьбы. И теперь мы видим, что он уже гуляет с коляской и все не стоит на месте. Если сказать о внешнем виде и о подборе этого образа, здесь мне тоже все нравится. Классные брюки. По поводу длины могу сказать, что наверняка немножко коротковаты, но в спортивной версии это может быть даже допустимо. Жилет поверх трикотажа, очки, кроссовки, ну, какая-то горная дорога. Мне кажется, что это могло быть снято где-то в Сходнице, например, знакомые какие-то места. Для такого места, я думаю, что образ более чем продвинутый и хорошо подобран. Я вас поздравляю с радостным событием в вашей жизни. Классная картинка и желаю вам всего доброго и вашему малышу долгих и счастливых лет жизни. Следующий участник — Антон Глазков из Харькова. Посмотрите, какой яркий образ со шляпой. Ну что можно сказать? Этот образ делают шляпа, яркие апельсиновые ботинки и этот трикотаж. Что касается, подходит ли к лицу такой цвет трикотажа нашему герою, к сожалению, не очень подходит. Но в целом комплект выглядит отлично. По поводу светлого пальто, оно тоже не очень хорошо сочетается с этим цветом трикотажа, потому что цвет костюма холодный, цвет пальто холодный, а эта штука довольно теплая. Ну и сама внешность у нашего героя тоже холодная. Поэтому за смелость и находчивость можно поставить самый высший балл, а за работу с цветом, в общем, есть еще куда стремиться и куда работать. Шляпа с широкими полями выглядит очень необычно, а в Харьковском зоопарке тем более. Еще раз респект за смелость, есть над чем работать, продолжайте. Сперва я подумал, что на следующем фото Колин Фёрт в каком-то очередном фильме Тома Форда. Посмотрите, какие очки, какая прическа и вообще какой типаж. Этот джентльмен под никнеймом Сэмюэл Йес из города Черновцы предстал перед нами в синем блейзере, оранжевых ботинках. К ним отлично подобран ремень, рубашка и довольно светлые брюки. Образ контрастный, мне нравится. Единственное, я бы, наверное, взял обувь чуть-чуть темнее по тону для этого комплекта. В
плане посадки изделий все сидит неплохо. Длина, ширина, объем. Мне нравится, как прогрессирует уровень моих подписчиков, и нравится смелость тех, кто присылает мне свои фотки. Следующего зрителя зовут Шемитов Сергей. И вот такой образ он прислал нам для разбора. Как видите, снова шляпа. В Кузбасских полях человек прогуливается в шляпе, в красивом пиджаке в клетку, который сочетается по цвету и с плащом, и со всеми остальными деталями гардероба. Все, как мы учили. Гольф темнее, чем пиджак, и он попадает в цвет в одну из клеточек. То есть все продумано неплохо. Единственное, что могу сказать, в таком цвете плаща он немножко делает вас бледнее. Я бы остановил все-таки выбор на чем-то более синем или сером. А такой оттенок бежевого, хоть он здесь и холодный, но по насыщенности, я думаю, что хочется чуть-чуть насыщеннее. Так, в целом, образ интересный. Не заблудитесь, когда будете возвращаться обратно. Хотя фотография выложена 14 октября, я думаю, что вы уже вернулись домой. Следующий зритель под никнеймом «Стройный белый герцог» прислал нам вот такой замечательный кадр, где он стоит на набережной в плаще от Burberry, галстуке, кардигане, в общем, всех тех предметах, которые мы с вами обозревали этой осенью. Это шикарная заявка на победу. Хорошо подобран галстук. Посмотрите, как галстук четко сочетается с цветом полоски на рубашке. Хорошо гармонирует с пуговицами на кардигане. Вообще этот кардиган к лицу этому джентльмену, очень хорошо подобрано все. Есть перчатки как акцентный аксессуар. Плащ сидит очень хорошо. Рукав реглан. Пресловутая клетка Burberry. Все, как мы любим. Есть шарф. Есть вот такие бордовые штиблеты. Интересно очень, какой марки. Я таких давно не встречал. Наверняка что-то английское. Выглядят так, как будто бы их действительно передал ваш папа-герцог вам по наследству. Они замечательно сочетаются с бордовыми перчатками. То есть есть все вот эти нюансы, есть к чему зацепиться взгляду. И я думаю, что вы сами получаете удовольствие от такого замечательного комплекта. Спасибо отдельное за постановочные фотографии. Видно, что вы наняли специально человека для этих целей. И ваши фотографии нам понравились. Что касается стиля, для этого времени года и для вашей внешности он превосходно подходит. Спасибо большое. Еще один образ от Александра Петрова. Я заглянул к нему на страничку. Он, оказывается, тоже работает мужским стилистом. Ребята, у нас сегодня либо мужские стилисты, либо мужчины в шляпах. Посмотрите на этот комплект. Кеды, чиносы, белая футболка, платок, синий пиджак, очки. Все красиво, все подобрано, все достойно. Можно сказать спасибо за такой комплект и за такую фотографию. Человек знает, что делает, потому что занимается этим профессионально. Ежели вы тоже хотите освоить эту профессию, наблюдайте за нашими новостями. Скоро мы объявим о курсе для стилистов. Как получить эту профессию, как ей овладеть, сколько можно зарабатывать совсем скоро, я думаю, что уже этой зимой. Следующий зритель — Илья Напалков, ведущий, свадебный организатор, ведет мероприятия и ТикТок. Пишет Илья, что в этом году ему во время свадеб часто приходилось подбирать одежду по дресс-коду. И он решил, что теперь он также имидж-консультант и может помочь вам в этом вопросе. Посмотрите, какой прикольный образ. Костюм тройка, белая рубашка, платок, галстук и, самое главное, борода. Я считаю, что борода здесь главный элемент стиля. Он отличает нашего героя от всех остальных. Ему очень неплохо подходит к лицу.
Что не скажешь вот про этот оттенок костюма? Вот классическая внешность с теплыми нотами. Костюм максимально холодный. Что-то подобное когда-то носил МакГрегор, и у него тоже не так хорошо получалось. Но посмотрите, как выглядел бы наш джентльмен, будь этот костюм правильного оттенка. И напоследок, друзья, образ от Сергея Шиповника. Сергей усвоил все наши советы о том, как одеваться высоким мужчинам. Решил стать еще выше, добавив себе шляпу, которая отлично сочетается по цвету с его ботинками Дерби. Джинсы хорошо подходят к этому пиджаку. Что касается акцента в средней части, здесь довольно заметный ремень, который делит тело пополам. Пиджак имеет горизонтальную фактуру, это очень редко найти, но ему удалось. Что касается рубашки, мне кажется, сюда лучше бы подошла однотонная, но это игривая фактура, она тоже допустима, когда вместе с хэштегом #matchrazbor ты используешь хэштег знакомства Москва. Так сказать, одной попой на два стула, молодец, Сергей Шиповник. Я желаю вам все-таки найти свой стиль и свою суженую. А на сегодня все, друзья. Спасибо, что были с нами. Пишите под своими фотками в Инстаграме хэштег #matchrazbor. Кто сегодня не попал, значит, ваш образ был не настолько крут, чтобы попасть на наши экраны, или просто мы до него не дошли. Спасибо всем за смелость и увидимся в следующий четверг.